Внимание. Спортсмены движутся с огромной скоростью. Это требует от них постоянной концентрации и высокого уровня мастерства. Дистанции для конькобежцев самые разные. От 500 до 3000 метров. Преодолеть их нужно в максимально быстром темпе. Расслабляться нельзя ни на секунду. В Ледовом дворце Саранска собрались лучшие из лучших. Достаточно сильный, очень сильный состав участников. Если бы не новогодние болезни многих, которые подкосили, они бы были, наверное, в более лучшей форме. Гостеприимная Мордовия принимает Кубок России по конькобежному спорту в дисциплине шорт-трек. Участники – 140 лучших спортсменов из 18 регионов страны. Соревнования для них – отличная возможность показать свою силу, скорость и великолепную подготовку. Трудностей для таких людей просто не существует. Очень сейчас тяжело, потому что я после болезни восстанавливалась очень долго. Вот, и поэтому мне сейчас тяжело досталась эта дистанция, но это моя корона. Родители привели просто и понравилось, поэтому дальше пошло так. Уже вот 12 лет занимаюсь. По итогам двух дней были определены победители и призеры соревнований. На дистанции в 500 метров среди мужчин лучшим оказался Артем Козлов из Краснодарского края. Его результат 42,191 секунды. Среди женщин лучшее время показала Анастасия Константинова из Москвы. На дистанции в 1500 метров среди мужчин лидировал Сергей Милованов из Санкт-Петербурга, показав время в 2 минуты 20,127 секунды. Среди женщин лучшей оказалась Софья Бойцова из Свердловской области. Михаил Мазанов, Сергей Соколов, «Народные новости».